Друзья, всем привет, на связи Айкидок. Хотите скрыть фото или видео на iPhone от сторонних глаз? Нет проблем, смотрите этот ролик, и вы сможете легко и просто, без сторонних приложений, спрятать фото и видео на своем iPhone. Перед тем, как начать, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Буду очень благодарен. Да, ребята, также заходите в наш Telegram, ссылку ищите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с техникой Apple. После выхода iOS 16 вы можете скрыть фото и видео на iPhone без быстрых команд и сторонних приложений. А как же это сделать? Все очень просто. Переходим в настройки, фото и активируем две опции: использование Face ID и отображение альбома скрытые. Первый тумблер позволит защитить фото и видео с помощью Face ID или пароля блокировки, а второй добавит специальный раздел для скрытия необходимых фото и видео. Дальше переходим в приложение «Фото» и выбираем фото или видео, которые вы хотите спрятать. Нажимаем на кнопку «Три точки» в правом нижнем углу и выбираем пункт «Скрыть». Подтверждаем действие. Теперь выбранные данные пропадут из общей медиатеки, раздела для вас и всех альбомов. Для просмотра скрытых фото и видео на iPhone переходим в раздел «Альбомы», «Скрытые» и авторизируемся с помощью Face ID или Touch ID. Здесь вы увидите скрытые фото и видео. Можно также спрятать саму папку «Скрытые». Для этого переходим в «Настройки», «Фото» и выключаем переключатель отображения альбома «Скрытые». Теперь для просмотра на iPhone скрытых фото или видео сначала придется включить отображение альбома «Скрытые», а затем пройти авторизацию в приложении «Фото». Этот раздел будет использоваться только для хранения скрытых фото и видео. Если вам нужно вернуть их в основную галерею, достаточно выбрать нужные файлы в скрытой папке и нажать на опцию «Показать». Таким образом, файлы снова будут доступны в основной медиатеке iPhone. Вот так просто вы можете спрятать фото и видео на своем iPhone. Надеюсь, что это видео было полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Остались вопросы? Пишите в комментариях или обращайтесь прямо сейчас в онлайн-чат нашего телеграм-канала. Буду рад пообщаться и при необходимости помочь советом. Ну что ж, друзья, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!